Так, кто вы такой? Назовитесь, откуда? Вас что-то не видно. Настраиваю. Вот сейчас видно. Вот. Так, А? говорите, кто вы, откуда и что? Меня зовут Сергей, я в Киргизии живу, в Бишкеке. Итак, Слышите меня? я слышу. У меня такой вопрос есть. Вы к патриаршей церкви не относитесь? Не Или относимся, относитесь? не относимся, но к нам приезжает патриарший митрополит, у нас служит со священниками. Мы как раз те, которые признают благодатность Московской патриархии. Нет, ну а как вы, кем вы себя ассоциируете? Вот от вас лично я хочу Да услышать. не, Можно? а вы пришли что, меня допрашивать? Нет, мне просто интересно. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против, тогда вопрос мне. Тогда вам А зачем про меня? Про меня-то зачем спрашивать вам? Вы смотрите с кем наши ролики, там же все сказано. вы стоите? У нас все сказано. 8900 роликов. Можно все увидеть. И богослужение идет, и как поминают у нас кого. Мои слова-то еще значит, когда это митрополит. Агрессивно это самое Вот со мной видите, вы сразу разговаривали. агрессивно. Я вам отвечаю, что в чем заключается. Вы, если хотели бы узнать, вы бы это все узнали. А просто так на улице останавливаете. Подождите, подождите, вас называют сектантом, Ну, например. называет еще дальше этого. Хоть Ну, чугуном называют, говорит, горшком, только в печь не сажают. как вы сами к этому относитесь? Никак Что не вас... отношусь. Это они говорят, а не я. Я отвечаю за себя, а не за них. Они Ну, считают, Путина считают разрушителем страны. И что он должен ее? Патриарха считают и садомитом, и кем угодно. И ролики выставляют. Еще мы должны соглашаться с ними. об этом я ж с вами разговариваю. Но я вам и Вы говорю, как... что меня это не касается. Если они что-то говорят, значит я чего-то стою. Иначе бы обо мне не говорили. А вас много роликов выставлено? А обо мне около сотни роликов отрицательных только. Но 1500 положительных. Меня это не касается. Люди ничего не хотят знать. Они считают, по каким признакам? Выступил доктор богословия Бочков и говорит, вот вы говорите на Игнатия так, а куда вы денете тысячи людей, которые пришли через него в православие, в патриархию? Это вы куда денете? И сразу замолкли. Подождите, ну вы являетесь прихожанином катакомбной церкви Нет, не или катакомбы, патриаршей русская церкви, или православная еще зарубежная какой-то. церковь. Ну, подождите, зарубежная церковь объединилась и в евхаристическом общении состоит Ну в все, мы Московской патриархии. так объединились, так и есть. Но мы остались, У какие нас были. К нам приезжают архиереи, служат и поминают. Первым поминают патриарха Кирилла, вторым митрополита Илариона, потом местного митрополита Сергия и там районного, который епископ недавно поставленный. И это произносит не кто-то, а диакон при служении архиерея патриаршего. Им-то это виднее. Он больше Но за нигде так не патриарху служит, нигде молится. не поминает, только у нас. Ну а как же вы откололись от патриарха Нам и не надо поминаете? колоться, еще раз говорю. Колет топор, а не чурка. Это они колют, а мы никого не колем. У вас какие вопросы есть конкретно? Да нет, я просто познакомиться с вами Ну давайте решил. знакомьтесь. Давайте знакомиться. Меня Сергей зовут. Ну хорошо. Я живу в Киргизии, в Бишкеке. Вы уже сказали, второй раз повторили. Ну, может, плохо слышно меня. Я хорошо слышу. А почему вы бреетесь, если о православии говорите? Зачем скоблитесь? Все, отвечать нечего. А что вы так агрессивно-то реагируете на бороду? Я просто привык бриться, я А не не привык надо бороду. говорить привык. Люди А привыкли. разве Вы по образу спасение в Божию крови? созданы, не по образу безбожника. Посмотрите на Христа, на иконы. Ни одного То есть возгородного с нету. человеком, который бреется, вы не будете с ним общаться. И, Но допустим... зачем он сам себя не уважает? Какое с ним общение-то? У нас вот деревню строим, община, ни одного безбородого нету. Не присамали, природа учит вас, Павел говорит. Ну вот подождите, к Христу приходили язычники, помощи у него просили, да? Мы же не знаем, как они выглядели. Может, и воин, который, римский воин, подошел к Христу, мы же не знаем, как он выглядел. Может быть, он бороду брил. Вы Христос же его про не воинов не оттолкнул. разговариваете, вы про себя говорите. Вы православный. Церкви еще не было на земле. Церковь будет позже создана. В церкви свои правила, иконы. Тот ничего не знает. Кто он такой разбойник? Там совершенно другой спрос был.
Мы же не знаем, как эти люди выглядели. Христос же их от себя не отогнал. То есть вам безбородый вид нравится, да? И теперь вы ищете, где гнилые подпорки этому. Даже А в при чем малом здесь борода? неверно, Вы в сразу малом. за бороду зацепились. Святой Библии, я не цепляюсь, там еще пустое место, еще цепляться-то, когда голый. У меня можно цепиться за бороду, а у вас нельзя. Вы даже говорите, не обдумывайте. Я не собираюсь за вашу бороду Слушай, я цепляться. вам отвечаю. Когда Давид послал слуг царю Наасу, когда он умер-то, сын его обрил половину бороды. Да, я И читал об Давид не этом. запустил даже в Иерусалим, пока не отрастут бороды. И написано, они были очень обесчещены. А когда у Якова дочь изнасиловали, просто обесчещено. Это хуже изнасилования. И вы сами себя корежите перед Богом. Вот и все. А исследуйте кого-то. Вы исследуйте себя. Почему вы, называясь христианином, образ Божий калечите? Я не могу себя христианином назвать. А иначе бы вы не спрашивали, какая вам разница, кто. Значит, вас это тревожит. Вы сами себе, все, совсем какой как. Вы, если спрашиваете по вашим вопросам, уже можно понять, что вы не безразличны. Ладно, до свидания вам, до свидания. Вы не безразличны Спасибо. Ко мне, не безразличны к вере. Поэтому вы и спрашиваете. А я вас когда спросил, все тогда. А вы скажите, да, Спасибо, я в самом деле не задумался, все, больше бритву в руки не возьму. Спаси Господь вас за беседу. Аллилуйя. Да Я... беседы-то и не было еще. Давайте побеседуем. Да нет, спасибо. А что так? Ну, вы пришли побеседовать, а беседовать не буду. До свидания вам. Спасибо вас, Ну, Господь. с Богом, давайте. Как тебя выключить? У вас о спасении вопросов никаких нету? Да нет у меня Библия с собой, из дома. Ну, Библия-то и у многих есть-то. Но люди заблудились на 21 тысячу ересей, которые называют Почему? конфессией, деноминацией. Вера одна, церковь Бог создал, а секты он не создавал. Ну, вы спрятались там где-то в Алтайском крае, вот в Не своей, спрятались, это потеряете. наша родина. И Спрятались. понимаете, вот. Это житница России. Тут не спрятались. Тут люди такие живут в Сибири, которые, когда нужно было Москву отодвинуть Гитлера, сибиряков кинули. Все остальные это Ну, не смогли этого сделать. люди живут в Средней Азии, хоть и уезжают, Наши и храмы родители есть, там жили. У меня там и сестра святые. родная живет в Воронцовке. У вас в Воронцовке живет? Да, моя родная сестра Татьяна У Тихоновна. нас святые в Воронцовке. Там племянники мои живут все. Ага. Ну вот, потому что, когда здесь деревня наша была разрушена, они туда поехали. Вот батюшка, Итак, который у нас... приезжайте к нам. Повторите. Я говорю, приезжайте к нам, тогда говорю, Ну, в к вам-то Киргизию. зачем ехать-то? У нас здесь наша родина, мы здесь родились. Где родился, там и пригодился. Мы с нуля строим православную деревню. С нуля. Я здесь родился. Вот. А таких деревень 21 тысяча в России порушено, никто не восстанавливает. Это разрушение государства. Земля пустой не будет. Заброшенные деревья населят китайцы и азиаты. Это не где-то в законодательном собрании говорят. Да и так понятно. Земля дана Богом, а не человек сам себе взял ее. Земля пустует, миллионы гектар не засеянные. А мы взяли вот с нуля, начали, получили статус, школу, храм, все своими силами. Электричество подвести, дороги, пруды восстанавливаем. Все своими силами. Никто не ворует. Скотину завели, фермер. А почему же вы откололись-то от церкви? Вы мы не откалывались что никогда. За что ради мы откалывались-то? Мы в патриархии никогда не состояли. Как откалывались? От кого? Мы никогда не откалывались. Что ради откалываться? Как сейчас говорят, вот... Старообрядцы откололись. Это не икон откололся, это католики откололись, они православные. Если, ну вы, я вам сказал, что колет топор, а не чурка. Кто раскалывает-то? Вводят новые правила и должны принимать. До этого молились так, теперь по-другому. А вакуум не принял. Посчитайте, посмотрите фильм «Раскол». Там Николая Досталя, режиссера. Это все на документальной основе. Что сказали? Я не смотрел этот фильм. А посмотрите, «Раскол», запишите, «Раскол». Да нет, я знаю, я в курсе него, я не смотрел да. его. Об этом Мне там. не